Я хочу сказать вам о том, как важно оставаться самим собой. В этой жизни нам часто приходится надевать маски. Согласен, периодически это нужно. Нужно вести себя так, как требует этот мир. Но, может быть, вы почувствовали то же самое, что и я. Иногда возникает ощущение, что эта маска срослась с тобой, и что ты уже потерял самого себя. Это может быть разная маска. Она может возникнуть в процессе воспитания или в результате воздействия какой-то подсознательной проблемы, какой-то травмы. И ты чувствуешь, что уже тебя нет. Ты чувствуешь, что маска превратилась в основное действующее лицо. И от ощущения в жизни возникает ощущение, что тебе не хочется ничего делать, никуда двигаться. Ты не можешь реализовывать никакие свои планы. И есть возможность снять эту маску и увидеть, что под ней. Часто есть ощущение, что там что-то ужасное. И хочется назад снова надеть это. Но поверьте, мой опыт, мой личный опыт и опыт работы как практического психолога подсказывает, показывает и доказывает, что там очень красивое, по-настоящему уникальное лицо. Всего вам.